Сейчас меня, блять, туда засосет. Ай-яй-яй. Так делать нельзя. Учтите. У меня вот здесь концы на повороте остались хреновые. Вот сейчас попробую показать. Ну вот это вот чистый сенаж. Вот такие волки. Где-то с двух волков 5 рулонов у меня получается. Сейчас вот этот ряд пройду и будем обматывать. Покажу обмотку. И на видео покажу, какой пленкой обматываем. 500-кой, по-моему, польской. Недавно мне звонил подписчик и спрашивал, у него тоже 46-й, и спрашивает обмотчик. Вот у меня, вот сейчас слышно, зуммер работает, что-то лампочка не горит, упало давление. Вот давление поправил, вот все, вот смотрим, на красном. Все, полностью бункер целый, сенажом. Ну и лампочка горит, вот вовсю она горит. Видно. Вот я нажимаю и отпускаю. И у меня пошла обмотка. Вот он крутит. Все, вот он ее обрезал. И открываем. Сейчас покажу рулон. Не надо держать. Кнопку не надо, то есть он только захватил сетку, и я отпускаю. Она автоматически доходит, как только нож срабатывает, она останавливается сама. Вот такой рулон сенажа, немного кособокий, я еще не понял, почему он так вот как бы на бок их некоторые мотает. Пробовал туда-сюда змейкой ездить по волку, ничего не помогает. Ну вот набиваю вроде целый бункер до лампочки, до красного деления. Сейчас покажу. Ну там видно было до красного, и у меня зуммер срабатывает, что крутит по обмотчику. Он всегда крутит этот, а вот эту звездочку он включает электрически. И происходит обмотка. Вот этот вот ролик идет на шпагат, это идет на сетку. У меня и то стоит. Так, смазка вроде работает. Вроде бы более-менее катаемся. Ладно. Поехали посмотрим, что будет дальше. Сенаж немного рано мотаю, он одуванчик еще не отошел, но нас немного, из-за этого начал раньше и хочу хотя бы 100 рулонов закатать, чтобы уже быть более-менее. Покажу. Ну сейчас покажу этот, как и что мотает пленка. Пленка 500-я стоит. Вот сейчас он мотает неправильно. В чем фокус? Натяжки. Вот он. Вот он пленку начинает тянуть. Вот в таком положении правильно. Вот он и есть стрейт. Потому что он и должен натягиваться, тянуться и облегать на рулон. Они вот так вот, эти вот полосы, это показывает, что слабая натяжка. Сейчас попробую чуть подтянуть. Давай, Игорь. Вот, вот это стрейч. Ослаб, блядь. Вот эту грань
надо уловить и настроить. Ну, я там не говорю, чтобы она супер там была натяжка, но вот чтобы хотя бы он чуть-чуть подтягивал, растягивал ее. Вот. Показатель качества пленки. То есть я вот так держу рукой, потом отхожу, и вот рука у меня в клею. То есть с внутренней стороны он как бы обмазан клеем. И он очень плотно прилипает. Опа! И вот такое вот происходит. Что-то уже не первый рулон. Сейчас чуть-чуть, Игорь. Вот такое вот происходит. Не могу понять, почему. С этой пленкой, что ли? Или что-то не так мы шлепаем? Потому что было и надо... А? Внеси стрейч. Этот скотч. Это очень плохо. Да, сегодня 4 июня, начало сезона, первые рулоны.